Привет, привет, мои дорогие ребят. Ну что, пожрем? У меня последний огуречек. Такие огурцы вкусные. Но я их... 4 баночки у меня получилось 900 граммовых. И еще я столько их съела. О, почему у меня курица под соусом терияки? Вернее, спагетти с курицей, с овощами, под соусом терияки. Жри, не нажрись, Наташа. Давно я так не готовила. Кстати, у меня так любит Яна. И тоже что-то она давно так не готовила. Обалденно вкусно. Тут куриная грудка. Курочка. И нашла. Бля, кстати, моя вилка скучает. Как-нибудь надо. Но ей неудобно будет. Буду ковыряться этими палочками. Обалденно вкусно. И грудка сочная. Получилось. Ну, в принципе, получилось лапша вок. Только целая сковорода и за меньшую стоимость. У нас напротив работа стоит маленький этот, как он называется-то, не магазин, типа кафешки. Там лапша вок начинается от 180 рублей. И такая же порция, но только в коробке. Ну, у меня не лапша, конечно, спагетти. Ну, какая разница. Тоже вкусно. Она сейчас постоит, еще больше впитает в себя. Потому что мне ждать некуда. Вообще еще не хозяюшка. И, конечно, сготовила. Это прям некогда было. Неохота. А это, наверное, надо взять ложку. Обалденненько. А тут вот и кунжут. И тыквенные семечки. Очень вкусно. Она ест огурцы. Yeah.
Ну, вкусненько же. А вечером я приду с работы, и у меня щи готовы со свининкой. Ну там не жирная, постненькая такая косточка. Жилки. Будет вкусно. Но надо купить хлебушка. Сметана там вроде есть у меня. Ну, сами знаете. У меня есть кому посуду вымыть. В общем, все. Всех обняла. Пока-пока. Пока есть салфетки. Пока-пока. Чмоки-чмоки. Ваша Наташа.